Решили попробовать в пляжном футболе развлечься, съездить в прекрасный город Самару. Ребята очень довольны. На поле выходит уральская команда «Желаев Нан». Вместе ребята играют уже 6-й год. В родном городе они забрали много призов, но на песке футбол играют в первый раз. Фестиваль пляжных видов спорта «Самара Комус Фест» собрал участников практически изо всех российских городов и зарубежных стран. Сегодня он открылся официально. Самара всегда живет в спорте. Мы с вами буквально в прошлом году встречали чемпионат мира по футболу. И сегодня, которое мероприятие проходит, оно самое крупное в России. У нас 56 городов здесь. Вот пляжный волейбол, солнце, Волга, песок. Это просто очень круто само по себе, а здесь еще можно поиграть. Игры проходят на Первомайском спуске. Здесь соревнуются в 4 видах пляжного спорта – волейбол, футбол, теннис и регби. В фестивале принимает участие более 1000 человек. Этот фестиваль знаковый, потому что он показывает, насколько много усилий наша администрация вкладывает в развитие дела физкультуры и спорта, как она старается воплотить все те стандарты федерального проекта «Спорт. Норма жизни». В Самаре прекрасная площадка и условия для проведения настолько масштабных. И не секрет, что мы здесь делаем закрытие только потому, что здесь великолепная и администрация, которая с нами сотрудничает. Самые лучшие получили призы, в том числе и денежные. Призовой фонд фестиваля – 1 000 000 рублей. Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.